здорово. Смотри, какой красивый. А ты была в этом? Богомолова. Богомолова. Приятно убить там. Ночь. Там такая робкая баба тупая. Ночь. Ну, понимаешь? Вы можете пригласить меня на новогоднюю ночь. И слово новогоднее здесь можно опустить. Ты понимаешь? Гениально. Три хлебниковеда по 90 лет. И случайно так было. Вот я не знаю как, почему он меня манит. И я со всеми ими знаком. Но на поэзию Хлебникова, я понимаешь, я не люблю фашистов, вот это все. Он настоящий фашист, мне это уже как бы, ну. Плюс я не понимаю его футуризм. Он консерватор, самый лютый. Он традиционалист. Знаешь, чем важна окраина? Тем, что она не очевидна. И тем, что ее больше, чем центр. Понимаешь, центр – это точка. Это интересная мысль, что окраин больше. То есть периферия, она просто крупнее, чем центр. Ну, посмотри. Деда Черепкова. Сушатся тапки. Это такие таблетки. Как сказал Спартак, парень так похож сильно на Хемингуэя, что ему нужно в парке Горького сидеть с пишущей машинкой. Знаешь? Элвис Пресли такой приехал, такой, фанатка такая здесь. И тут смотрю, тут витрины, огни, а как будто в Нью-Йорке 50-х годов такой. Нет, ну что, а ты где плачешь? Ты сам где плачешь? Я говорю, Крым вернул. Он говорит, я-то вернул, а ты получил? Ну, валим. Суд дизайн. И песня называлась «Грустный свистец». А ну давай еще по одной под этот грустный блестец. Нам скоро 40 лет и пиздец. Такая музыка, такая хорошая. В каком-то миноре. Ну, уже ничего не помню. Ты как осчастливила? Колодцы будешь? Сроги, так, в шкафу идешь. Пошли. Так, ну-ка. Так, вот это я зря с этим. Как мы ходили в шарик. Хорошая вещь. Испытательный срок. Вот идет. Присядь, дружок, расскажи мне, что происходит. Присядь, дружок, съешь пирожок. Что происходит? Что за история? Во-первых, не страшно. Во-вторых, это красиво. То есть, если она сейчас начнет, то она плюнет. Если мы панику начнем. Представляете, вот я сейчас так лежу, и он так назад так начинает по чуть-чуть отходить. Я подтрезвел. Хуй, сними хуй. Это я сделал.
Далее. Фокстротом пройдена, милая, еще до нас. Замечательно? Я не слышу реакции, где? Блядь, нет, тоже не аплодисменты, даже улыбки нет. Милая, еще до нас. Красивая песня. Дельфинов получается? Я ухожу. Ныряю.